Саша, пару слов для потомков. Для потомков? Какой ты злой все-таки, жестокий человек. Новый так, год, Новый год. Показывай, что ты купил подписчикам. Парик, давай я тебе подарю. Смотри, давай я тебе парик подарю. Часы, банкноты. Последний мне даже купил картридж, и мне подарок дали, этот, читалку дали. Ну что мне надо снимать? Ну что? Подарил. А мне ничего не подарили. Что ты еще купил? Ничего, там доклад, будем там разбирать, там банкноты. Печат новые банкноты, 5 штук. По 100, по 200, по 20. Дядя Аджи, покажи. Дядя Аджи. А, куда подходить? А, вон, ракета, вот это, а, ее уже забрали, все. Леня, забрали эту ракету уже, да? Да. Угу. Он и местовое как раз берет. И... Я попал. Ты попал. Дядя Аджи, поставьте себе, пожалуйста. Там аккуратно икона. Это супер. Он купил. Что там, есть золото, бриллианты? Да есть, конечно, но не для тебя. Аджи, пару слов для потомков. Мушкатер. И он мостится. Вот что за... И он мостится, и какие-то продукты. Только что подписчик подходит, спрашивает, говорит, у вас еще лупы есть? Что она поломана, брат? Да есть, а вот, вот такие вещи покупают, ничего. Поломанные. Ну, возьми руку. Зара. Мазазара. Ты же нарды катаешь. Он вообще не катает. Он вообще катило. Он не... чекатило. На, глянь, блядь. Брата, забираем. У меня как раз есть ленточки, которые мы прямо... А что забираем? Вы же лишили меня всех ресурсов. Что забираем? Ну, братанчик. Хороший. Хороший братанчик. Да. Дядя Аджи. А что они у вас почем вообще? Ну, по рублю. По рубчику. Ну, подумаю. Пока да. Просто без помощи финансовой. Коля и Олег. Валера. Говорит Олег. Ой, я не знаю. Говорит Олег. Только что подписчик спрашивал по лупам. Такую, ребятки, секунду выхватил. Хорошую с автоподзаводом. Шикарную. За 70 гривен, представьте. Две иконы купил. Ну, сегодня хороший тоже день такой, дядя Саша. Дядя Валера, с Новым годом. Здоровья, счастья, мужского... Самого-самого лучшего. Мужского счастья. Рабочие. Да, можно покататься. Это холодно ж на кабриолете. Вот раритет, смотри. Раритет. Так, это я сейчас обратно. Что там, Саня? Что там? Красненькая. Малька там хорошая. Ты не жена? Ножи. Аджи. Там хорошо, это понятно. Стрела.